Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Первый пилотируемый полет на Марс запланирован на середину 30-х годов. Этот проект станет международным. Специалисты НАСА хотят сотрудничать с большим количеством стран, включая Россию. Использовав ресурсы нескольких государств, можно будет рассчитывать на успех миссии. А можно ли рассчитывать на успешную погоду на территории Крыма в ближайшие сутки, об этом узнаете сейчас. На западном берегу Крыма пасмурно и небольшой дождь. В Черноморском температура воздуха днем плюс 9, ночью около 6 градусов тепла. В Евпатории и Саках пасмурный день пройдет в компании с дождем, днем плюс 9, ночью плюс 7. Небольшая облачность в Севастополе, о наличии осадков синоптики молчат. Температура воздуха днем составит 10 градусов тепла, ночью плюс 7. Бахчисарая переменная облачность, дождь вероятен во второй половине дня. Дневной максимум плюс 12, ночью плюс 4. На южном берегу Крыма небольшой дождь, малооблачная погода сохранится в течение дня. В Ялте и Алуште днем плюс 10, ночью плюс 8. В Феодосии и Судаке пасмурно и возможен дождь, днем плюс 8, ночью плюс 6. Преимущественно пасмурно в Керчи, дождя не будет. Днем 8 градусов тепла, ночью плюс 5. В северной части Крыма пасмурно, дождь синоптики не прогнозируют. В Джанкое и Красноперекопске днем плюс 11, ночью до 5 градусов тепла. В Армянске пасмурно, осадков не ждите. Днем плюс 9, ночью плюс 6. В центральной части Крыма и Симферополе пасмурно и небольшой дождь. Днем 10 градусов тепла, ночью плюс 5. Волшебной весны и ярких впечатлений! Скоро увидимся!